Второй раз пограничное управление проводит конкурс «Название красы границы». За титул будут бороться 10 участниц. Все претендентки – действующие сотрудницы различных подразделений службы в Сочи. Они еще и занимаются служебными задачами. Они еще и пограничницы, которые стреляют, задерживают нарушителей государственной границы, могут также петь, танцевать, занимаются спортом. Это девушки-красавицы, спортсменки, как говорится в знаменитом фильме. 14 лет Гульнара Ловушенко на службе впервые стала участницей конкурса, в рамках которого старшине и ее коллегам-соперницам предстоят состязания в стрельбе из табельного оружия. Кроме того, необходимо будет рассказать о себе и своей профессии и удивить жюри творческими способностями. Конкурсная программа предполагает и дефиле. Девушки пройдут по сцене Зимнего театра как в военной форме, так и в вечерних платьях. Мы поем, у нас постоянные репетиции, дефиле, у нас встречи, вот у нас 10 конкурсанток и очень весело, дружно. У нас сплоченный коллектив. Дефиле, да, первый раз, конечно. Думаю, что это так легко, так просто. Нет, это не просто. Это очень нужно, это серьезный подход. По итогам конкурсных испытаний жюри определит красу границы 2017, первую и вторую вице-мисс. Предусмотрены и 7 дополнительных номинаций. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.